Вы меня услышали? Записали. Гладил, но он пока не кайфует вообще. Его, короче, мне заводчик сказал, нужно брать за вот тут за это место, для того, чтобы он понимал, типа, кто главный. Это у них в природе заложенная тема. Вот, и периодически эту надо тему делать, чтобы он не забывал, типа, чё кого, потому что вчера вообще пиздец произошел. Я вчера ставлю хавку ему на, ну, покушать. Сажусь, открываю комп, он на кровать вот так запрыгивает и на меня, типа, агрессировать начинает шипеть. Вообще я в ахуе был. Я испугался пизданута. Но я не давал, подавал виды, что я испугался, вообще не двигался. Спасибо, Владик, за рейд. Я не подавал виды, что я, ну, типа, боюсь там и так далее. Но ебать страшно было. И я написал сразу заводчику, он сказал, что это все нормально, так как они когда малые, они... Ну, короче, мама, когда еду им дает, они ну, им надо бороться, чтобы успеть похавать, грубо говоря. И вот такая тема у них сейчас, пока он малой, работает. Но он уже намного ближе ко мне.